Еще в конце мая долг Латвии составлял немногим более 5 миллиардов и всего за месяц вырос на 222 миллиона латов. Внутренний долг в конце июня почти 852 миллиона латов, а внешний 4 миллиарда 339 миллионов. Таким образом, долг государства равен 5 миллиардам 191 миллиону латов. Долг самоуправления в конце июня составил почти 523,5 миллиона латов. В жаркий день, пожалуй, нет ничего более желательного.